викинг с воткнутым топором в лицо. Вот, он же явно не живой, да? Почему они делают то, что ничего не делают? Я пошел. Не, извиняюсь, это не моя история. Билайн такой: хочешь зайти в интернет? Я тогда хочу. А Билайн такой: ну вот что это? Вот такое же. Абсолютно такая же ситуация. Она меня начинает немножечко бесить. Немножечко, самую малость. 2HP представляет. Салам всем, друзья, с вами 2HP, и сегодня мы снова играем в Totally Accurate Battle Simulator. Сегодня продолжаем проходить кампанию. Как вы по ней соскучились, так же, как и я, наверное. Я не помню, давайте, вот. Вот, мы еще на светлой команде, господи, какой же я медленный тормоз. Я просто прохожу настолько все, как-то отвлекаюсь на какие-то еще игры другие, да, какой-то Mountain Blade снял. Так, остановились мы на Clash of Warriors, и я, Warriors, извиняюсь. И, по-моему, я что-то помню такое, что-то вот это в голове у меня. А, ну да, ну конечно, ну конечно. Конечно, окружить 2 хп и... А, нет, подожди, это я нападаю. Я теперь играю за светлый. О, я сегодня, кстати, сидел, тестил черных силы и зла, потому что после гонки я понял, что я ни хрена не понимаю, что они делают, не знаю. И решил, короче, зайти протестить на обычных юнитов. Огонь вообще, не юниты, а просто огонь. В темных гораздо интереснее юниты, ну да ладно. Итак, у нас здесь берсеркеры, киркиркеры и валькирии. Если я и вот еще реже буду записывать тапс, еще реже, если я буду записывать тапс, я буду забывать, как называются юниты. Я уже прям чувствую, что я просто смотрю на него, такой, ну это вот, и вот знаешь, как будет, короче, такой, ну вот, чувак с двумя топорами и летающая телка с двумя мечами. И они такие: о, 2 хп, да дай, Кирилл, что ли, забываешь, как называются юниты, да, учи! Вот, поэтому надо почаще заходить, все, каюсь, будем снимать два раза в день тапсы стабильно. Так, ну а в чем, собственно говоря, сложность? Скажите мне, пожалуйста, сложность 6000 голды, это много, я хочу сказать, это очень много. А сложность тут в том, что они все нападают, смотри. То есть они все начинают с рывка, как и... это начинается. Как и берсеркер. Так и валькирия. Все, они прыгают, и на какое бы расстояние ты ни ставил, они просто прыгают, тебя убивают. Но у меня есть секретное оружие. И секретным оружием является слоняха. Раз. Слоняха. Два. Слоняха. Три. И больше не хватает нам денег на слонях. Не знаю, мне кажется, мы сможем затащить тремя слонами, но давайте попробуем. Давайте посчитаем, сколько берсеркеров нужно, чтобы убить одного слона. Ну, что-то они какие-то слоны. Что такое? Это как тебя там? Решил прокатиться вверх ногами? Да, чё-то как-то грустно, если честно. Ой, ты видел, он какой косой, блин. Почему такие кадры пролетают, и я их не успеваю скринить? Не, ну в принципе 6000 голды это 2 хреномансера, я хочу тебе напомнить. А опять же хочу тебе напомнить, что хреномансер это так, та еще скотина, которая может убить вообще все и вся запросто. Только нужно и палок, да? Ну смотри, я могу поставить одного хреномансера. Лучше сюда, да? Да, лучше сюда, налево. А, я даже его подальше поставлю, вот сюда. Пусть он там заряжает, пусть он готовится, главное, только не падай. И три палки. В принципе, норм. И еще 600 голды, и еще... кто там пуля? Вот этот, да? Стреляет в этими штуками. Да-да-да-да-да-да-да. Да? Или арбитра? Эй, на арбитра не хватает. Жалька. Ну, вот так вот он пойдет. Смотри, по-моему, я, кстати, в прошлой серии, ну вот, которые проходили кампанию, по-моему, что-то такое делал. И у меня, по-моему, не получилось. Но это не точно. Это не точно. Сейчас мы посмотрим, сейчас проверим. Смотри, смотри. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Мне кажется, они просто сейчас все спрыгнут. Главное, его не скидывайте. Не скидывайте его. Держись, цепляйся. Ну, давай-давай, немножко осталось. Повиси, тут одна живая валькирия, которая там инвалид задом летит. Ну, блин. Ты видел, рабочая стратегия. То есть, единственная моя ошибка в том, что я его далеко поставил. Я его просто ставлю ближе. И как бы все. И как бы смотрим, палки выносят вообще. И почему ты стреляешь в своего? Не надо в хреномансера стрелять, он нам всю катку сейчас затащит. Оба, давай. Суперудар. Здесь знаешь, что плохо? Он суперудар херачит. Вот сейчас нормально, захватил там юнитов 6-7. А в прошлый раз он задел там одного-двух. А у него суперудар очень даже таки массивный. Ну вот что происходит? Ну где живые? Вот опять, вот что это? Вот викинг с воткнутым топором в лицо. Вот, он же явно не живой, да? Вот еще один, явно не живой. Вот, что там, где? Где? Кто? Ну где глазины твои? Покажи глазини. Ты без глаз, я понял. Ну где, покажите мне живых? Почему я проиграл?
Покажите мне живую, давай, покажи, я поспорю, я готов. Щиты полоски тут летают. Ну нет, нет, редентовские. Ну нету живых. Ай, ладно. Но я ничего не буду менять, а нахрена мне что-то менять, когда рабочая стратегия. Точнее, стратегия рабочая. Все, я просто сейчас вот корейский рандом работает, помнишь, я про него тебе рассказывал. А, кстати, у меня сегодня... я здесь сижу, хотел выложить Bannerlord, вторую часть. Вот. А у меня, знаешь что, а у меня интернета нет. Ну куда ты полетел? Билайн такой, хочешь зайти в интернет? Я такой, да, хочу, а Билайн такой, зашел в интернет. Я такой, ну, будем, знаешь, записывать. Tabs работает без интернета. Steam работает без интернета, в принципе, в автономном режиме, так что можно позаписывать, а выложить его в следующий раз. И мне так, я звоню в поддержку, а он такой, алло, Билайн, да, я, нет, там компьютер, ты же разговариваешь сначала к компьютеру, чтобы дозвониться до людей, это надо, это нужно 10 тысяч нейронных сетей нервных своих потратить. Ну вот, он мне сказал, что типа проверяет мой телефон, и такой, да, да, по вашему телефону поставлено ограничение на доступ к интернету, восстановим в 3 часа ночи, и такой, пип-пип-пип-пип. Билайн, обожаю, люблю. О чем мы не выиграли, да? Ну, конечно. Но я ничего не знаю, я не буду ничего ставить. В смысле, не буду ничего менять. И ставить ничего не буду. Да у меня 100 голды, что я могу поставить? Просто давайте вы просто выиграете. Идеальнейшая стратегия. Ну, идеальнейшая просто стратегия. Давайте, половину, короче, сбрасывается, половину убивает. Договорились? Половина сбрасывается, половину убиваешь. Давай. Раз. Два. Да вы тварины, а? И вот смотри, у него к этому моменту уже готов суперудар. И опять они все мертвы. Я не понимаю, как это работает. Давай я одну палку уберу. И вместо нее... Какой там самый дешевый? 2, 4, 6, 8. Поставлю 4 вот этих юнитов. Костейчиков. Даже, наверное, знаешь как? Может их разбросать? Или наоборот не стоит разбрасывать? Не знаю, давай попробую сначала их разбросать. То есть по карте. Они полетят туда, 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 пока здесь палки будут справляться. А где палки? Их ваншотнули, что ли? Ну охрененно вообще. Не-не, вон живая, я видел молот. Ну, не знаю. Наверное, плохая идея, потому что вот он свою ульту просто в никуда использовал. Да. Я поставлю их все в одно место. Смотри, раз, два, три. Четыре. Потом идут паладины, радиант и завершает всю эту ферию хреномансер. Давайте, должно работать. Ничего не знаю, должно получиться все прям идеально, как я задумал. Давай, хреномансер. Вот он превращается, все. Вот, смотри, кучка. Все, тебе нужно убить просто вот, ну сколько их? 7 берсеркеров. Давай, убивай 7 берсеркеров. Не поверю, если... Что ты такой темный? Он же светлее был, отвечаю. Тут какой-то грязно-золотой, знаешь? Ну, да не надо. Не надо. Почему не осталось юнитов у меня? Или он, кстати, темнеет, когда атакует его или что-то типа того? Убей их! Один, два осталось. Два, один, три, минус, два, один. Один остался. Давай. Почему это было так сложно с такими страданиями? Такая простая карта. Наверное, кто проходил ее, такой смотрит, думает, ты играешь в Tabs 2 года и не можешь пройти элементарную кампанию. А я скажу, да, не могу. Помоги. Помоги. Crazed Arena. Я не знаю такого слова. Crazed. Ну как crazy, только crazed. Короче, ее сумасшедшая арена будет. Почему бы и нет? Опять берсеркеры, но у нас уже подъехало 3 джарла. А сколько мне дали денег на 3 джарла? 6 тысяч, конечно, зачем? Зачем больше давать 3 джарла? Давайте 10 джарлов и 6 тысяч. Оставьте еще 2 решки, будет 3 тысячи. Это нереально пройти. Я тебе отвечаю, это вообще нереально. Я не знаю, как это проходить. У меня, да, я забыл, кстати, у меня же еще у эти есть секретки. Типа Solar Architect. Сюда поставлю. И Хреномансера сюда поставлю. И вот мяско. Я не знаю, что я сделал, но сейчас что-то получится. Сейчас что-то должно получиться. Обязательно что-то должно получиться. Когда ставишь от балды, все время что-то получится. Во-во-во, заходите в круги. Ну почему они пропали? Подержали бы... Вот если бы они зашли в круги, они бы задамажились, и все было бы нормально. Вот, началось вот это джарловское бессмертие, джарловские, как она, режимы берсеркера. Вот, они в этом режиме, кстати. А почему я без хп? Я не понял. Кто не понял? Я не понял. Ух ты, прикольно. Это так надо? Ладно. Так, геймплей. Enable, давай мне хпшку показывай. Господи, самый мой аспект обновления вот этого последнего, который добавили, релиза, это полоски хп. Я их взял, отключил, я не понял. А, я их отключил, наверное, на гонке точно. На гонках у меня их, по-моему, не было. Да я не знаю, короче.
Так, а что не так пошло? А потому что, потому что я их поставил далеко, я их поставлю ближе, вот сюда, и все получается. Вот, смотри, два круга, смотри. Почему она их разбросала? Почему их разбросала? Это нормально, что их разбросало из кругов? Таких... да, они их, кстати, отталкивают, расталкивают. Хорош, давай, хреномансер, все, фул хп, понял? Фул хп, ничего не знаю, убивай их. Убивай, отлети сначала, потому что они сейчас бессмертные. А потом подлетишь, когда закончится у них бессмертие, просто всех убьешь, ну это же просто, ну давай. Не надо меня держать на каждой карте по 10 минут, это немножечко неудобно. Не, мы не сливаем, да? Так, не, давайте немножко покумекаем, давайте я какую-нибудь страту все-таки, может... сделаю. Только какую? А в чем заключается... Просто смотри, я ставлю, короче, кучу светлячков и смотрю, в чем заключается сложность. То есть в каждой борьбе, в каждом сражении есть сложность. То есть в этой борьбе... Какой борьбе? В этой... В этом сражении есть сложность джарлы, которые даже не дошли до моих светлячков. Ладно. Давай костейчиков. Давай вот так поставлю. Огонь. Вот, то есть джарлы составляют костяк проблемы. И эту проблему нужно решить. Кстати, костючки нормально так разматывают. Если бы вот не джарлы со своими ледяными мостами, то это прям было бы... Ты смотри, 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 смотри. Был бы у меня вот в этот момент еще один хреномансер, хотя бы хреномансерик один. Но не будет его. А сколько мне нужно? 3000 освободить? Это сколько? Давай, ой, хреномансера хватает. На, на, во. Может получится? Ну-ка давай, хреноманься. Меня прям косички, честно говоря, удивили. Превращайся! Превращайся, да, молодец. Молодец, вот. Слушай, ну смотри, там даже костичек живой один. Два живых. Нихера себе вы, ребята, молодцы вообще. Так, хорошо. Хреномансер хреномансит. Костечек умирает, но ничего страшного. Так, заканчивайся давай свои бессмертия. Заколебали, это же нечестно. Это unbalanced полный. Норм, норм, норм. А сколько он у него длится? Подкатов включают. Как я их буду убивать, если у них бессмертие подкат? Ну, конечно. 2 hours later. Какого хера? Ты посмотри. Ты посмотри, что происходит. Остался один Джарл. И он вот последним ударом, если бы не этот удар, то, наверное, он бы... Но он опять под этим неуязвимость. Короче, смотри, какая страта. Я тут посидел немножко, чтобы время наше общее с тобой не тратить. Ну, свое, конечно, потрачу, потом вырежу. Вот такая у меня получилась страта, но на самом деле рейдианты не нужны. Или вот нужен, допустим, один здесь. На всех остальных я ставлю все-таки костичек, и в костичек. И вообще красавцы, я даже не ожидал, что они такие прям гиперполезные. И основной, конечно, мой арсенал это... арбитры. Арбитры, прям сейчас, смотри, вот раз. Что-да-да-да-да-да-да. Все, волна нету. Нет, нет, есть еще. Что-то на этот раз плохо. Как обычно, вот когда не на запись, прям плохо. Наоборот, в смысле, когда не на запись хорошо, когда запись идет. Нет, что-то чушь какая-то. Подожди, нормально же все было. Что ты мне здесь начинаешь? Давай, костечка, больше кости, больше костечиков. 22. 20 получается костечков. Они просто с берсеркеров убивали просто вот за 10 секунд. 10 секунд и все, во-во-во-во. И остается типа 3 джарла с пол хп, у меня куча костечиков, 2 арбитра. Но получается так, что вот он типа под бессмертием, и нихера я ничего ему сделать не могу. Но мы ждем. Вот, все, он убил всех костечиков, зараза. И вот опять, смотри, смотри, вот 2 костечка, 2 джарла. Вот примерно такое же и было. Вот он включает сейчас херню. Нет, не включает? Хорош, он умирает! И этот себя оковал. Нет, нет, он под неуязвимостью. Нет, ну вот что это? Вот такое же, абсолютно такая же ситуация. Она меня начинает немножечко бесить. Немножечко, самую малую. Не пойму, вот чего не хватает. Вот прям вот какой-то маленькой-маленькой детальки не хватает. Вот этого одного убрать, вот этого одного поставить, и все получится. Но вот чего? Вот до меня что-то не допирает. Может, вместо пары костичиков я поставлю паладинку? Палку нашу с тобой, палку. Вот. Может, тогда получится? Но ее, мне кажется, сейчас быстро размотают. Ее надо ставить... Точно, ее надо ставить? Подожди. Ее надо ставить к арбитрам. Чтобы ее не убивали в первой волне. Там есть кому сражаться, там все нормально. Вот, хорошо. Тварь убил моего арбитра, ты посмотри. Вот ты зараза. У-у-у, не, что-то плохо пошло дело. Ну, здесь видишь, кстати, играет Ройш еще...
каких местах ты их поставил, это очень и очень, оказывается, важно. А я и не знал, что это так важно. Зараза, давай убивайте, я не хочу больше менять стратегию, у меня уже нету никаких вариантов. Должна сработать именно вот это. Так, ну все, вроде арбитры живы. Были! Паладин не помогает. Нет, нет, было вот идеально. Без паладина... Дай, короче, я заново поставлю. Может, попробовать двух хреномансеров поставить? Может, это вариант? Как думаешь? Ну-ка, давай. Эрис 2. Но если их сразу сейчас не убьют... О, превращаю, я уже хотел сказать, не хотят превращаться. Так, ну, мне кажется, это должно сработать. Это, конечно, тупо. Та стратегия, если бы сработала, была бы гораздо-гораздо интересней. Ну, а это чё тоже? Чё? А если они мне трех неуязвимых юнитов, извини меня, пожалуйста, ставят? Какого хрена я должен? Вот я хрена тебе его поставлю, мансера. Так, ну давай, ульта. Отлично. Красавчики мои, красавчик. Какой раз они меня выручают? Какую просто серию? Я сбился со счета, я с ними не расплачусь, не рассчитаюсь вообще. Погроб жизни обязан. Отлично. Так, следующая карта называется Sharp Rain. Шершавый дождь, вот, шершавый. Забыл слово шершавый. Шершавый дождь, отлично. Так, петарды. Хвачи. Собака. Не знаю. Я даже сейчас полетит просто очень много всего. Но у меня же есть светлячки. Давайте посмотрим, как светлячки справляются с атакой. Сатака. Ах ты, сатака. Ну давай. Все, 10 штучек. Сколько дали? 3000. Два херели, что ли? Это издевательство чистой воды. Если бы мне сказали, что эти уровни делали какие-то троллоложные подписчики для меня, чтобы я поугарал, вот я бы поверил. А не официальные компании Landfall, извиняйте. Ну давай. Ну все сдохли. Просто все сдохли. Ну 3 осталось, конечно, но они ничего не сделают. Души, блин, 3 хвачи. У него щит восстанавливается? Да ладно, у него щит восстанавливается, но он не помогает. А кто тогда помогает? Хреномансер не помогает. Палы? Ой, зачем так близко их ставить? Раз, два, три. Может, палки? У них там, типа, щиты, все дела. Нет, нет. Это как вообще хотите, чтобы я это прошел? Ну-ка, давай. Как же она мало сносит. Какие же паладины все-таки бесполезные. Я прям... Ой, кошмар. Костичиков тоже ставить смысла нету. Их сейчас быстро убьют хвачи. Ну, просто мясо, куски мяса, ходячие, с кастетами, с усами еще. С усами же он, да? Ну да. Radiant Glay, прям поближе поставлю, они же стреляют, да? Стреляйте. Ой, ой, классно. Ой, 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 все, я понял, мне кажется, я понял. Может, конечно, мне кажется, но пусть мне кажется. Раз, два, три, четыре. А зачем ты так близко поставил? Не, подожди. И 3-4. Светлячки, светлячки, светлячки. Ну давай вот так, щит сделаем из светлячков. Смотри, светлячки принимают на себя весь удар. Хвачи разряжаются. И как бы Radiant Glaive все сдохли. Мне, ой, хорош, отрикошетил. Давай, 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 давай. Мне кажется, нужно брать управление. Тупой. Нет, 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 нет. Стреляй, 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 стреляй. Кстати, хорош. 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 А что там осталось? Две хва... Как 3 хвача? Я не видел за второй и третью. А так мы всех, в принципе, убили. Нормально. Нормально. Надо что-то вот немножечко вот подправить. Только что? Ну, дай-ка я еще раз запущу. Во! Все 4 живы. Только главное же бы дошли. Почему ты не идешь? Ты иди. Все, я тебя запустил, иди. Ой, ну все, вот он не успел кинуть и капзда. Давай, одним ударом 3, все. Куда ты идешь? У тебя рейндж сумасшедший. Зачем ты идешь вплотную? Перезарядка потому что, так что ли? Чуть не допираю вообще. Лучников петардных убивают. Как я их назвал-то, кстати? Ракетных лучников. Вот что они делают? Вот почему они ничего не делают?
Почему они делают то, что ничего не делают? Я пошел. Не, извиняюсь, это не моя история. Мне это нахер не сдалось. Это тут... Шпага. А если я вместо Radiant Glaive'ов поставлю... Я его хотел поставить. Слушай, а у арбитров... Они же прямо отсюда будут стрелять своими, да? Да, смотри. А теперь в хваче. Давай. Светлячок отлетает отвлекает. В хваче. Давай. Один в одну, второй в две. Айте в шопу. Может, просто под контроль нужно взять одного арбитра, чтобы он херню не страдал, сразу хваче зарядил. Смотри, опа. Вон там хвача. И вон там хвача. Сразу, они еще живы? Ой, не убил. Я пошел. До свидания. До свидули. Не-не-не, вот их надо убить. Давай. Хорош! Красавчик, все. Хвача осталась одна, да? Танцующая. Воу. Просто. Изич. Просто как нечего делать. Просто за 5 минут практически все прошел. Следующая кампания называется This is Many Weber. Включаем французский. Decisive Maneuver. Но ее мы будем проходить уже в следующей серии. А на этом сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. И до встречи в следующих видео. Счастливо!